не было. Включил. Точно. Вот смотри. Мы сегодня хотим что отработать? Мы сегодня хотим отработать, как работают руки. То есть руки должны, у борца должны руки работать, да? То есть вот это элементарный шум, вот, вот это место, вот. Вот он дышит, вот он дышит, да? Вот его ноги, и в то же время ноги двигаются адекватно движением рук, да? То есть если мы делаем движение сюда, нам ногу попадет сюда, да? Если мы делаем движение сюда, ногу попадет сюда. То есть ноги находятся в движении вместе с руками. Если я его, допустим, он просто, я его снимаю здесь, да, вот ушел, ногами сюда ушел. То есть идет шунг вот этими местами. И шунг также делается с подсечкой изнутри. То есть мы изнутри ногу сечем, не убегаем. И изнутри сечем, вот и делаем подсечку, вот она. Вот она. С подсечкой изнутри медленно. Медленно. Вот она. И ноги ушли. Ноги уходят вместе с движением. Так, ты положи руку на плечо. Вот. Вот. Плесни его скручивай. И тоже заходим сюда. Центр ракурса. Вот теперь положи руку на плечо. Перехватывай сюда. Вот эта рука на изгибе, над ноги уходят и скручиваем его вот сюда. Если противник держит за руки меня, то же самое движение идет. Движение спираль. Я ногами ухожу сюда и скручиваю его. Чуть покрепче держишь, чуть-чуть. Вот смотри, он держит противник меня. Я делаю движение сюда и скручиваю его. Я отпустил захват. И также я его когда держу. Вот движение я делаю. Вот движение. Вот. Раз. Видишь? Он даже переворачивает на 3 балла. Смотри. Вот движение. Ноги ушли и раз движение. Вот он пошел. Если он не упал, то ты уже здесь берешь балл. Берешь балл. То же самое с рукой, и с рукой, вот она. Хорошо. Вот она. И в другую сторону. То же самое, и в другую сторону медленно. Раз она, вот она пошла. Ноги двигаются. Если противник берет нашу вот. Вот он сделал движение на тебя, на меня пошел. Раз ушел, вот он. Еще раз. С этого ракурса. Вот он руку на голову и пошел на тебя. Уходишь в сторону, пропускаешь его. Медленно ты. Вот он идет на меня. Уходишь сюда. Забираешь руку и проталкиваешь его вот сюда. Проталкиваешь его. Хорошо. Если противник прочувствовал и не падает. Вот оно движение. Раз. Эту ногу на спине. Здесь ты уже здесь его держишь. Если его нога оказалась впереди. Вот. Раз. Нога впереди. Раз. Подсечка назад. Еще раз. Вот он прочувствовал. Вот я пошел, у него уже сделал. Подсечка назад, извини, больно? Подсечка назад. Если он прочувствовал, ты сделал движение, он не упал. Подсечка, он не падает, встал. Еще раз. Подсечка, он не упал. Не упал. Раз. Подсечка, он не падает. Забрал руку с другой стороны. Уже ты с другой стороны находишься. Кстати, вот с этой ситуации, если мы отпускаем и просто идем на бал, он за нами крутится, вытаскивает руку, и балла нету. Если мы делаем обманное движение, он выставляет ногу, отсюда легче взять балл.
Но это другая история уже. Сейчас мы говорим о том, как правильно двигаться во время швунгов. Вот. Ноги, они двигаются вот сюда. Сделай швунг, вот они пошли сюда, вот. Вот люди где. Вот и где. Просто двигай вниз под себя. Вот. Руку и ты, но ты уже зашел сюда. Это уже другая история. Также мы снимаем руку. Здесь существует масса приемов захвата в этой руке. Но сегодня мы будем показывать только один раз. Сейчас мой противник, напарник моего упорства, мы подбиваем его отсюда, я отсюда его атакую. Хорошо? Но это уже мы в другой раз. Спасибо. Спасибо большое. Получилось?